был первым волонтером с Украинской области, который отправился на Донбасс с гуманитарной миссией. Основной моей задачей было наладить взаимодействие волонтерских отрядов вроде Мариуполь, Афганистан. Разбирали завалы, попадали под обстрелы, в том числе прямо по Спартаку, где базировался спортивный комплекс полуразрушенный. Ночью били артиллерии и пулеметными очередями. Была организована две поездки на Донбасс. Состояли двое артисты с Сахалинской филармонии, и начали выпускать театр центра. Видели глаза. Я понимаю, насколько важна им моральная поддержка, чтобы они знали, что они будут рядом, мы вместе. И чем сильнее дух, тем быстрее победа. Эта поездка на самом деле была непростая. Полина и дело наше. Родные, народные песни. Донбасс, слышите ли вы нас? Да, добрый день, Валерий, слышу вас. Ирина Георгиевна, как вы там, вас встретили немножко на месте? Вчера мы ездили подразделение к ребятам, танкистам. Я осталась очень довольна. Дорога тяжелая. Быту, ребят, может быть, не на грани экстра быта, но тем не менее для походных условий очень хорошо. Ребята все оптимистично настроены. Горячее питание. Все обеспечены горячим питанием. Куда бы мы ни заходили, везде угощают чай, конфеты. Вы не поверите, но даже мандарины. Решили купить 5 автомобилей Нива. Для того, чтобы возить горячую пищу на линию фронта. Теперь смотрите, все-таки я настаиваю на том, чтобы матери, которые хотят, а таких уже 21 человек, жены и матери, значит, чтобы могли выезжать на линию фронта, мы их прикрепим к полевой кухне. Ну, имеется в виду, полевая кухня находится не там, где снаряды рвутся, а все-таки немножко в стороне, с тем, чтобы они проследили за качеством приготовления пищи. Слышу часто, что горячей пищи нет, слышу часто о том, что если привозят, то невкусно, давайте сделаем, чтобы вот эта задача была решена, чтобы было горячее и вкусно. Тема номер два. Смотрите, я поручил на базе 4 котельных сделать постирочные. Почему на базе котельных? Потому что там есть вода, мы в этом году сделали там скважину. И там надо будет приобрести, я уже дал указание, уже сейчас покупают, машины, которые будут стирать, которые будут сушить. И нам нужно то же самое сделать посты. Там волонтерские, нанять людей, и надо обязательно наши посты будут со стороны матерей и жен. Еще раз говорю, 21 человек уже есть, и список пополняется. Такими женщинами мы разве можем не победить?